объединился, или оно было в ящик откладывалось, но в итоге некоторые из этих работ все равно были закончены, потому что Богов задал толчок, или, скажем так, как оправдали, да, вот думаешь, а что мне такое сделать? Я не знаю, и это бы хотелось, и это, и вроде бы не знаю, а тут, о, ну выбора нет, знаешь, вот конкурс, у него такая-то тема, ну давай начну что-то делать. Даже если ты не закончил самому конкурсу, или там ничего не выиграл, зато какой-то большой кусок работы сделан, который гораздо больше имеет шансов потом быть завершенным и все равно быть в твоем портфолио, например.